начиная с 91 -го года мы фактически столкнулись с новой версией холодной войны холодная война никуда не делась она по-прежнему продолжала иметь место но если та холодная война которая была до 91 -го года она регулировалась какими-то правилами то с распадом биполярной модели холодная война стала абсолютно непредсказуемой появилась чудовищная односторонность, односторонность действий Запада, и в итоге была разломана хрупкое международное право. Все движется к многополярности. Но по каким правилам будет функционировать эта многополярность? Вообще международные отношения характеризуют системность. А сейчас нет вообще никаких правил игры. Делай, что хочешь. Да? Захотели Соединенные Штаты назначить Асада там, главным злодеем? Ну, пожалуйста, сейчас мы нанесем по нему удар. А, может быть и не нужна большая конференция. Нужно просто, просто следовать каким-то принципам в международной игре, потому что беспринципность э, нынешней мировой политики ни к чему хорошему просто не приведет. Безусловно, идея о победе Соединенных Штатов в холодной войне является императивом, э, стартовой точкой для американской внешней политики на протяжении последних 25 лет. А, и здесь, мне кажется, очень важно понимать, что постсоветское пространство, для Соединенных Штатов является не только одной из платформ, а одним из регионов, где они хотели бы утверждать их лидерство. Постсоветское пространство, находящееся во фрагментированном состоянии, это символ, изримое доказательство победы Соединенных Штатов. Мне бы очень хотелось, чтобы развитие событий пошло по грузинскому сценарию и по прошествии нескольких месяцев все вернулось бы на круги своя и в российско-западных и российско-американских отношениях восторжествовало существовала бы модель избирательного сотрудничества и избирательного соперничества. Мне кажется, что есть фундаментальное различие между событиями в Грузии и событиями на, вокруг Украины. На сегодняшний день ставки для администрации Обамы несоизмеримо высоки. С точки зрения Соединенных Штатов, это переписание их победы в холодной войне. Кроме того, с точки зрения Соединенных Штатов э, поведение России ⁇ это опасный сигнал для других э, поднимающихся центров силы, в том числе для Китая, которые могут тоже проводить, видя неспособность слабеющего гегемона заблокировать подобные действия, проводить тоже скажем так, внешне ревизионистскую политику в своих регионах. Это ставит под, под удар и под очень серьезный знак вопроса остатки американского лидерства в современном все более многополярном мире. Поэтому администрация Обамы здесь будет, мне кажется, вести достаточно, занимать достаточно жесткую позицию.